Дни Средневековья – это очень долговременная традиция в Таллине. В этом году мы отмечаем ее уже в 21 раз, так что здесь даже своего рода такой символизм есть, 21 век. 21 раз проходят Дни Средневековья. И, конечно же, это веселый праздник. Очень долго думали, что будет с ситуацией вокруг коронавируса, удастся ли провести это мероприятие. И тем приятнее, что все-таки было решено, что мероприятие будет проведено, может быть, в несколько урезанном виде по сравнению с привычным, но, тем не менее, оно будет длиться несколько дней, и будут самые разные мероприятия, которые порадуют, я думаю, и местных жителей, и наших гостей, которых пока еще не так много, как обычно, но я надеюсь, что этот процесс будет идти в положительном направлении. Поэтому здесь всех, конечно же, стоит пригласить в первую очередь на Ратушную площадь, наш старый город. И я думаю, каждый найдет себе занятие по вкусу от млада до великого.